Всем привет! Давайте посмотрим. Я уже начала закупать продукты вовсю. Уже и огурчики, помидорчики. И вот укропчик тут. Гранаты. Смотрите, сколько укропа. Так, если честно, меня этим угостили. Я работаю на овощной базе. Кто не знает, мы поставляем по садикам картошку, морковку. Я отправляю, все загружаю, отправляю и отбиваю накладные. И вот я поехала, и меня угостили вот такими вот фруктами, овощами. Так, значит, помидоры. И я вам сейчас покажу огурчики и укропчик. Так, затем яблочки. Один попался. Ничего страшного. Яблочки, значит, это семеренко. Яблочки, сколько они там у них на витрине? 60 рублей, по-моему, стоили. Здесь почти 3 килограмма. Вот единственное, что я купила, это яблочки, семеренко. Сейчас еще какие-то покажу. Остальное все угостили. И вот такие яблочки. Вот. Это Флорена, по-моему, сладенькие. Я люблю... Оп, упала. Я люблю жесткие, сочные яблочки. А это яблоки кубанские. Отличные просто. Здесь тоже килограмм 3, по-моему. В общем, отдала я за это 350 рублей. За семеренку и за эти яблочки. Получается, эти яблочки 58 рублей стоят. Буду держать все на весу. Я имею в виду камеру. Итак, продолжаем. Значит, орешков. Орешками угостили. Эти орешки очень хорошо открываются. Здесь прям вот есть вот такое вот пространство. Нож подсовываешь, они открываются. Ананасик. Здесь я цену уже не знаю. Мандаринчики, лимончики. Не знаю почему, но в нашей семье перестали есть лимоны. Почему, не знаю. Каждый год я приезжаю, каждый год меня угощают вот этим всем. Так, не знаю, сколько здесь и почем, не знаю. Смотрим дальше. А, вот еще капусточка пекинская. Кому интересно, оставайтесь со мной дальше. Буду показывать. Итак, смотрим дальше. Половина даже не знаю, что мне наложили. Так, груша. Апельсинчики. Перчик. Перчик красный. И мандаринчики. Вон там. Мандаринчики. Мандаринчики марокканские. Лачети. Так, убираю. Получилось просто гора фруктов. А теперь халява закончилась. Теперь я покажу, что я купила. Значит, купила тарталетки. Буду делать красную икру. Я посмотрела в интернете. Красная икра, значит, сыр натертый, яйцо натертое с майонезом, а сверху красная икра. Вот так буду делать. Так, дальше давайте смотреть. Это я взяла баранки. Это просто кушать. Я люблю баранки. Здесь у меня лежит кисель. Я знаю, что он не совсем полезный. Лучше варить всего кисель. Но вот взяла 5 пачек. Клубничные все по одной. Малина, клюква, лесные ягоды. Вот такие, в общем. По 9,50. Муку Макфу. Я только ей пользуюсь. Другой мукой у меня ничего не получается. Значит, здесь я купила филе. Это грудка куриная. Хочу котлетки сделать. Это уже не на Новый год. Бондюэль. Горошек купила на Новый год. И сок пошел. Сок морковно-яблочный. И здесь абрикосовый. Абрикосово-яблочный. Сейчас еще не все. Сейчас покажу, какой еще сок купила. Еще один пакет, значит. Значит, здесь у нас персик, яблоко. То был абрикос, это персик. И еще один. И грушевый.
Сок, по-моему, по 79 рублей, что ли. Какой-то 50 с чем-то, по-моему. Так, что еще? Значит, майонез взяла на всякий случай. Сыр. Беру вот такой сыр. Беру в Магните. И в Пятерочке он есть. Прямо натертый. Стоит он 90 рублей. 200 грамм. Получается намного дешевле. Ну, мне так, по крайней мере, показалось. Чем такой сыр, вот, который я беру российский. А мне его все равно тереть. Так я вот такой возьму и все. А этот я взяла на покушать просто. Так, смотрим дальше. Значит, я взяла подсолнечное масло. Взяла маслины. И батон. Это батон наш местный. Так, почему-то у меня мокрый пакет и сок какой-то пролился. Это не очень хорошо. Не помню, насколько я набрала, но, по-моему, что-то 900 с чем-то, что ли, рублей. Ну, в общем, не знаю даже, кто на что, какие... На какую сумму я набрала. Это еще не все. Вот с Пятерочки у меня сохранился. Сохранился чек с Пятерочки. В Пятерочке я набрала на 583 рубля. И в Магните где-то около 1900 с чем-то. Фрукты получились бесплатно. Так, смотрим дальше. В нашем местном магазине я взяла докторскую колбасу. Наш мясокомбинат, мини-мясокомбинат такой Желен. По-моему, 150 или 170 стоит вот этот маленький вот этот батончик. Насколько здесь? Ну, в общем, небольшой батончик. И краковскую колбасу взяла. Прибежала и уже не удержалась и слопала. Кусочек. Ну, тоже Желен. Тоже наш местный мясокомбинат. Классный. Это я уже брала не сегодня. Так. Вот это, значит, не сегодня я брала. Фонарик он называется. Это из курицы. И это тоже. Тот же производитель. Рулет мясной из птицы с начинкой. Там начинка, по-моему, морковь. И тоже цены. Вот здесь я цены уже не знаю. В этом же магазине я взяла сырокопченую колбасу. Брауншвейгская. Два батончика. Это уже на праздник. Мы едим сырокопченую. Больше как-то мы никакую из копчености не берем. Балык. Это я уже взяла в Магните. Вот эти нарезки, по-моему, около 100 рублей все стоят. 150 грамм здесь, около 100 я выбирала. Значит, балык сырокопченый взяла на стол. Затем еще взяла балык свиной. Затем грудку. Грудинка сырокопченая. Может быть, я с нее что-то приготовлю. Может быть, рулетики обмотаю. Может быть, так покладу, не знаю. Вот такую нарезку я взяла. Две баночки икры я взяла в Магните. Она сейчас идет со скидкой по 165, ой, по 164 или по 169. Икра лососевая, зернистая. Вот две баночки. По сколько они грамм-то? 95 грамм. Даже 100 грамм нету. Еще я взяла рыбу, филе тунца. Смотрите, какой классный. Прям как говядина, как будто бы. Мне нравится. Филе тунца, значит, стоит 295 рублей 500 грамм. Это значит, полкило где-то 300 рублей. Вот такие две упаковки. Наверное, я запеку в духовке. Уже не буду вынимать. Здесь я взяла для холодца мотолышки. И взяла кусок мяса, 1,5 килограмма, на манты. Ну и вроде бы все. Забыла еще сказать. Купили шоколадные конфеты.
полкило. И полкило этих коровок разных. У меня муж не ест шоколадные. Мы взяли ему. И это, конечно, далеко не все. Сколько потрачено денег внукам на подарки. И вообще, сколько денег ушло на Новый год. Это просто невыносимо. Я не знаю. У вас много ушло на Новый год? У меня каждый год уходит почему-то так много денег. Мы еще сладкий подарок и еще деньгами дарим внукам. Дети будут делать салаты, девчонки мои. А я буду делать манты, гуся, бутерброды, значит, с икрой. И, наверное, может быть, грудки хочу, рулетики сделать из грудки. Ну и там красная рыба и все остальное, сырокопченая колбаса. Не знаю, вечно столько понаготовим и никогда ничего не съедается. А еще у нас есть мандарины на окне. Растут себе. Уже, по-моему, скоро засохнут. А, вот уже один засох. О. Мы как-то сорвали один, он кислый-прикислый, кислятина. Вот они так и засыхают прям. Никак не вытащу. Рос-рос и засох. Вот такая вот у нас елочка. Мы всегда ставим елку на комоде. Вот такая небольшая елочка. Всех с наступающим Новым годом. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.